Представляем революционную систему рециркуляции белых чернил WIMS от компании DTG Digital. Новая система WIMS обеспечивает прорыв в эффективности и значительно снижает требования в обслуживании для всех цифровых принтеров, прямой печати на готовых изделиях, позволяя вам добиваться лучшего качества принтов и бесхлопотной производительности от вашего принтера. Обычно текстильные принтеры с белыми чернилами всегда требуют бережного отношения и высокого уровня обслуживания от оператора. Для некоторых пользователей это приводит к низкой производительности и ненадежности эксплуатации. Особенно для случайных пользователей, для которых обслуживание – это редкость. Только WIMS может помочь тем, кто хочет достичь большей производительности, либо тем, кто просто хочет использовать свой принтер время от времени. Чтобы понять, почему система WIMS имеет такое положительное влияние, важно понять, как работают белые чернила. Белые чернила состоят из комбинации связующих и несущих элементов, которые являются жидкостью, разработанной для удержания белого пигмента. Диоксид титана обеспечивает наивысшую степень преломления или сияния из тех, которые используются как белый пигмент. И, с точки зрения непрозрачности, стоит далеко впереди от любых других доступных пигментов белого цвета. Но диоксид титана относительно густой и тяжелый, а это значит, что как соединение его сложно держать хорошо перемешанным со связующими. В результате через некоторое время диоксид титана будет разделяться наподобие как масло и вода. Система WIMS разработана для постоянной рециркуляции белых чернил под хорошим давлением, за счет чего разделение кардинально понижается. Белые чернила проталкиваются перистальтическим насосом к резервуару над демпферами и потом назад в контейнер, закрывая герметичную систему с замкнутым контуром. Специально изготовленные демпфера сброса давления обеспечивают постоянную фильтрацию и точное измерение количества чернил, подаваемых в печатную головку. Так как чернила более густые, чем вода, в них могут застрять мелкие пузырьки воздуха. Они в результате могут мешать печатной головке делать выстрелы или вовсе заблокировать дюзы. Эти застрявшие воздушные карманы удаляются с помощью системы фильтрации, которая встроена в линию системы WIMS. Высокоточный двигатель постоянного тока крутит мешающую лопату, чтобы чернила всегда были правильно перемешанными. Инновации продолжаются с изготовленным на заказ блоком управления драйвером мотора, чтобы включать и выключать систему, используя два отдельных регулятора для циклов сна и работы. Ночное выпадание в осадок пигмента из чернил в демпферах и трубках – это серьезная проблема. Каждый раз, когда чернила стоят на месте, начинается выпадание осадка. Поэтому мы поддерживаем циркуляцию ритмической пульсацией, как у сильного сердцебиения, и перистальтический насос WIMS делает это идеально. Насос также отвечает за давление для подачи чернил к демпферам и печатной головке, гарантируя то, что правильное количество чернил будет подаваться постоянно. Однако быть уверенным в том, что белые чернила рециркулируются под давлением с фильтрацией, это только часть решения. Мы решили, что цветные чернила тоже требуют некоторого управления. Мы создали систему поддержания постоянного положительного давления для подачи цветных чернил с помощью специального насоса. Это работает в соединении с демпферами регулирования давления над печатной головкой. Теперь мы имеем систему подачи чернил, на которую не влияют изменения барометрического давления и которая обеспечивает превосходный поток чернил. От начала до конца новая система WIMS от DTG Digital обеспечивает лучшее качество печати с белыми чернилами и производительность. Вы сможете ожидать значительное уменьшение времени, обслуживания и затрат на него, позволяя вашему принтеру делать всю тяжелую работу, для которой он был создан. Сейчас система WIMS устанавливается на всех принтерах DTG Digital. Для дополнительной информации свяжитесь с вашим местным дистрибьютором принтеров DTG Digital компании ProCompact.